Всем привет, ребята, с вами как всегда Влад и на моем канале. И сегодня я буду показывать вам пасхалки, которые знаю. И, конечно же, тут можно комментировать Кристина. Всем привет. Ну, вот первая пасхалка. Тут будет пасхальное яйцо. Я сейчас тоже буду искать. Потом вот тут вот ничего нету. Но еще тут, по-моему, что-то было. А, еще там, короче, коробочка с хлопьями еще была. Коробка с хлопьями. Значит, она у нас тут находится. Вот коробочка. Пошли первое яичко. Сейчас надо как-то встать вот так вот. Ну да, я хлопья уже находила. Хлопья. Ну все. Там еще какой-то лабиринт был. Какой лабиринт? Не знаю. По-моему, еще что-то было. А, да, карта. Ну, короче, тут... Короче, показываю, как стикер получить. Короче, там надо подпрыгнуть. Показываю, что надо попрыгнуть и получить стикер. Какой, возможно, я его найду где-то там. Там показывают, как получить стикер. Да, ну, там, по-моему, стикер был. После пустыни надо будет попрыгать с ней. Так. Все. Вот тут вот этот стикер, который там показывали. Нет, где-то надо попрыгать. Так, также мы сейчас будем заходить в гигантский дом, потому что там тоже много чего. Ниндзя, так, заходим. Ниндзя? Ну, черепашка. А, да, покажу еще пасхалку. Тут вообще много пасхалок. Тут еще есть такая тема. Короче, смотри. Тут кубик, например, желтого цвета. Перезапускаешь игру, а он уже зеленый. И так может на любой цвет. Большая часть багов именно на втором этаже. Поэтому сначала... Ой, я заберусь наверх. Стоп. А мне тут нечего показывать. Поэтому тут, наверное, получается больше, по моим расчетам. Короче, легче всего. Смотрите, заходим сюда. Я иду в гигантский дом. Запоминайте, прыгайте сюда. Потом сюда. И тут написано «Cake is a lie». В переводе это означает «Торт – это ложь». Но это еще не все пасхалки. На это, по-моему, локации больше всех пасхалок. Так, погнали дальше. Черепашек-ниндзя я потом покажу. Так, я буду показывать, где эти черепашки-ниндзя. Оп. На самом деле, на катапульте можно... Ей можно управлять. Я знаю. Нет, просто... Короче. Я вот сейчас... По-моему, тут надо забраться до холодильника. Ой. Так, прыгай, прыгай. Дальше вот так вот. Да мне все равно. Мне не надо ключики ваши. Прыгай вот. Блин. Я, кстати, мне не получается показать этот прикол. Ну ладно. Пробуем. Попытка не пытка. Забираемся снова. Прыгаем. Да, у меня тут все легендарное выполнено. Ну, с добрым можно говорить. Еще, кстати, я после той пасхалки покажу, типа, где находится Виолетта. Да, тут есть Виолетта. Возможно, некоторые знали о этой Виолетте, но не все. Далеко не все знают, да, это Виолетте. Вот. Вот это вот. Если вы переведете эту фразу с английского на русский, то я лайкну ваш комментарий. А, да, точно. Там же, короче, вот это вот еще. Ну, там док из мультика. Или как ты его называешь, не помню. Вот, сейчас показываю Виолетту.
Вот, Виолетта, с ним можно поговорить. Привет, маленький медведь. Ну, а тут вы с ней можете как хотите. На. Да, кстати, у этой мышки есть ключик в руках. Вот, ключик. Да, смотри, какую я комнату заправила. Не с помощью этого? Ну, по-моему, тут еще больше ничего не могу. Если что-то пропустил, то вы пишите в комменты. Короче, смотрите, дальше я покажу вот эту вот пасхалку на мультик. По-моему, его Док звали. Не помню. Блин. Как-то разбирайся. Ой, чух-чух-чух. Спидранин сюда. И все. Вот. Если вы знаете этого персонажа, как его зовут, если вы помните, я не помню, пишите в комментарии. Кстати, у меня половина эпическая, половина легендарная. Потому что плащ Шика, это у нас получается легендарная, а скин и корона это эпическая. Эпический персонаж. Это только аккаунт А. Хотя у меня на аккаунте был тоже обычный скин. Самый первоначальный, но он. Короче, идёшь сюда через кранник. Нет, да, и вы такие... Там же Крога еще есть. А я буду не Крога показывать. Черепашек ниндзя. Ниндзя. Открываем вот этот рычаг. Вот там вот Крога, если что. Нет, это не босс. Крога это не босс. Дальше вот тут вот. Вот тут вот можно заметить какую-то щельку. Сюда можно забраться. Так. Все, вы у черепашек ниндзя. Кстати, сколько они урона сносят? А, как обычные черепашки. Просто они ниндзя. Их легко загасить. Во, даже тело черепашки там было снизу. Отправляемся дальше. Теперь сюда, сюда. Давай. Спидран. Блин. Ну ладно. Больше я тут ничего не знаю. Но если вы что-то помните, пишите в комментариях. Просто тут, по-моему, что-то знаю, но не помню. Тут можно попрыгать, об этом знают все игроки. Не знаю точно, все игроки или нет. Возможно, особенные нубики, не знаю. Ну, теперь факт. И, кстати, тут, короче, на этом черепашьем городе есть домик. И все этот домик обсуждают, что это такое, что-то внутри. Кто-то говорил, что это просто декорация. Кто-то говорил, что там есть много чего такого. Кто-то говорил, что это жуткий домик. И я... Сейчас, там нужно найти этот домик. Может, его уже пофиксили? Короче, забраться сюда. Блин. А, тут уже проход забыл. Дальше сюда. Так. Блин. Так. Вот, вот этот вот домик все обсуждают. Что это за домик? Может, декорация, может, там что-то есть такое? Свои теории пишите в комментарии. Что по-вашему? Что? И как это может у вас быть? По-вашему, мнению, что? Вернуться в центр. Возможно, некоторые пасхалки я пропущу в этом видео 100%. Но если какие-то пропущу, и вы их 100% знаете, то можете писать в комментариях. Я буду читать. Так. По-моему, тут где-то карта была. А, не тут. Где гигантский дом? Нет, в Бимоте пустыню надо зайти лучше. Там еще, покажи. А, да, было. Тут подписчики увидят. Мы еще вторую гору должны показать. Да, про вот эту гору. Вот ту. Там даже, если зайти на верхушку той пирамиды, то можно посмотреть, что там открыта дверь. Но это не только... Это еще не все. Сейчас нужно идти к той самой части,
где тут будет типа пингвин и т.д. Кстати, второй раз только захожу. Его в пустыне — это странно. А тебя не смутил пингвин? Мне уже показалось, что там вот это вот пингвин зашел в иглу, и там вылез пингвиненок. Воу, вот тут, короче, вода, которая паровозик почему-то не вытекает. Да, это тот самый паровозик из гигантского дома. Так. Что, тут такой прикол есть? Покажи. Так, вот, забираемся на эту статую. Вот, тут. Тут, по-моему, можно нос уронить. Вот, мы ранили еще статую плюс. Но это можно еще считать как прикол. Кстати, если в жетон... Факт, если в жетонах пустыни... Тут, короче, ну, там, где жетон паркур, то там где-то проходить. По-моему, где-то тут было. Да. Там... И тут как-то забраться, и тут на вот это, возле вот этих коробок там все такое видите. И там будет написано «Плакат вас хе». В переводе это означает «Плакат был тут». То есть раньше тут какой-то плакат вешали. Если вы знаете, какой именно, пишите в комменты. Я в дом. Наверное, это не вход. Ладно. А покажи вот это, но для этого надо вот это с водой насосать. Смотри. Так. Зайди вот сюда. Так, а, открыть. Да, есть дело. Если что-то пропустил, пишите комментарии. Просто я слышала, тут где-то вот мячик сюда, есть. Вот сюда, а, зай... кстати, мячик. Зайди и... Вот сюда, и попробую это еще в гигантском. Кстати, тут стикер доме есть. Вот тут вот. Так. Ой. Стоп, может реально так можно было? Как ты это делаешь? Так. А, Б, А, Б. Влад, у тебя практически такой же скин, как у меня. Только у тебя еще корона. И шутка другая. Так. Вот тут еще мячик вот есть. Мячик. Пинай мячик. Кстати, какой ты мне баг хотел, чтобы я показал подписчикам? А, да, точно, вспомнил. Вот тут вот можно зайти в дверку. Вот так вот. Это мини-гигантский дом. Тут можно кубики взять. А если выйти с кубиком? Нет, выйти с кубиком невозможно. Ну и последнюю пасхалочку на сегодня. Так, вот этот вот тут мячик, такой же, как в бемоте пустыни, не правда ли? Ну а кому рот пора, ставьте лайки, подписывайтесь, всем пока, скоро будет прода.